Существует такое мнение, что культура и искусство – это новая нефть, которая на сегодня как-то недооценена. Как вы думаете, в каком направлении будет развиваться эта сфера, есть ли у нее большое будущее? То, что искусство и культура плодоносят и дают большой экономический эффект сегодня, не вызывает сомнений. Это не только удовольствие, не всегда развлечение, но это очень серьезный фактор экономического развития. Территории, страны, корпорации, личного успеха того или иного человека, приверженность искусству, умение говорить о нем, владение искусством – все это часть, несомненно, экономических стратегий и достижений сегодня. По-моему, в каких-то случаях искусство гораздо более дорого, чем тонны нефти.